Клинкс появляется у нас для Ульнита. Ну, неплохо, наверное. Так, друзья, еще раз. Смотрите, чтобы команда Бейт прошла 100% без там переигровок, без там заморочек и всякого геморроя, Бейтам нужно здесь забирать 3 очка. Чтобы забрать 3 очка в рамках этого турнира, им нужно победить со счетом 2-0. Ну, про игроков слетали. Вот так вот, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Два стака и третья. Ну, там левел 2, там левел 2. А еще бы дизрапшн достать бы. Гранатка и килл. По классике у нас на трансляции, как пиво без шаурмы. На Дэнди нападают нас, Дэнди РПшку, чтобы спастись. Будет ли какие-то ТП? Пока на ноге у нас выкатывает сюда Стумане, но Дэнди, в общем, тут Маледикт на нем работает. Дэнди Мон, помочь бы как-нибудь. Как-нибудь бы помогли. Здравствуйте, там Медузыч. Медузыч без маны остается, у меня есть арканы. Но здесь выходит Ульнит и разрывает ее. Кстати говоря, строив не вкачан, и так хватает. Еще и Мэрию будет. Ой-ой-ой. Ну, Бейт, ну что ж такое-то, а? Ужин. Да, ну давно не было весомого. Он должен скоро выйти, парни. Опять же, сегодня вроде бы как должен выйти. Сегодня ночью. После вот краски матча, по идее. Маузы напрыгивают, Рора сразу начинает вот так вот. Тут так и мне нравится, сразу фокусированная, раз, два. А тут дизрапшн нужно жать, спасать, пытаться без тасла его, но не получится. Приходит Дуска под стонгейзом, Бенга на камене, вот там Маледикт, он будет догорать. Догорит, будет тик, а здесь РПшка царская минус суприм. Дэндимон пришел и форса также ловит, а. И гасить его, лупить его, Бейта. Минус 2, минус 3 в общей сложности в размен на одного беста. Вот, и все. Уже более-менее получается у Бейта. Да, там РПшка хорошая, Рорчик там, Финсгрип там что-то дали. И вот уже киллы пошли. И еще одного Бенгана увезли. Дэнди, а. У нас Бейт начинает драку здесь сейчас на боте, по идее. Давайте посмотрим, что будет. Здесь нападает на форса. Есть порш, туда дум, другого. Рор нажимается, Дэнди недалеко. Дэнди, давай, и сюда, а куда ты его? А что туда увез, а? Нужно было РПшку двоих, а в итоге подставляет бестмастера Дэнди. Но у него есть благо Аегис. Иду, ой, Дэнди заруинил сейчас здесь замес немножко. Нужно было в ВД, РП, хлоп, и все. А он с Кивером куда-то его увез. Хрен знает куда, нажимается дизрапшн, пинает Мэрию. Там добивает форт, но у него потратили минимум 30 секунд, чтобы его добили. Найтмэр повесили на Ульнита. И, ну, идет ли он? То есть, поймают ли его, наоборот, вот так вот нужно говорить. Дизрапшн, что там? КД, все, все КД. Бежит Медуза на стонгейзе, ускоряет себя. Но Ульн пока спасается. Бенга на себя, внимание, сфокусировал. И скьювер. И в итоге это минус Бенган. Да, посыл. Но тут такая вот ситуация. Итак, Порш полетел. После сырника нашего-то здесь, да, не? Сыродела. Начинается драка. Есть Шива Рор, МРПшка в двух героев, Нормусик и Финзрип работает прямо в Пангальера. И он не крутится, не вертится, но спасается тычки. Минус 2 делается, Бай уже один выбивается, Бенган минус 3. Кстати говоря, Медузка делает 3 булки, вот так, к слову. И вот сырочек у нас на всякий песту переложили сейчас. Кают по второй стороне. Давай, Дуза, давай, гаси. Лучница, что там происходит? Бенган, что, обезу... они там вообще, что ли, обезумели? Они Дума дают в демона, но за это минус Дум и минус Дум, да? Как бы и герой, и кнопка его выкупается. Бенган, он также забирает. И опять Фингрид. И опять защекотали. Ну там Маледик, ты представляешь, да? Он мешает. Бёрнинг Бэрэдж. Манки-то мало остается. Димон хорошо отменяет свой РП. Почти он давал его. А? Маузы. Еще раз топоры. Шива, Дом залетает. Начинает лупить у нас Беста. Тут БКБ. Все, Шива нажимается. Там Физрип. Его остановили. Плюс Тонгейс еще работает. До свидания, Суприм. До свидания, Нарман. Минус 2. Есть. Красота. Мантуа от Дузы. Эмфибо вешается на Клинкза. Клинкс уходит у нас. Убили Стуманена. Стуманен, до свидания. Бенган, Шоквейв и Брейнса. Плюс будет минус 3 у нас. Или в общей сложности даже... Не, минус 3. 3 в 1, да, в общей сложности 4 килла сделали там и там, да, вот погибшие. А вот у нас мистер Пангальер после байбека залетает непонятно куда, сражается на Рор и Бейты ломает третью сторону. Понятно, что в любую секунду может быть написано ГГ. Само собой, друзья, напоминаю то, что мид и бот у нас уже сломан. Не здесь, Бёрнинг Бэрэдж хороший, Дэнди убивает, но Медуза даже близко не пала здесь. Медуза живая, она остается в живых, она бьет у нас... Бараки. Попытка была неплохая, конечно. Но не получается. И Бейты ломают третью сторону. Сломали. И минус есть тир 4. Замечательно. Прошивает пока что Суприм у нас Медузу. Медуза стоит у нас на готове.
Готово, готово, залетает на вот так вот на блинке, вообще никого не стесняется, и там нахман почти отъезжает, Рулинтандр есть, в него Рор, есть Финсгрип, и Медузка бьет, 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 Стонгейст она сейчас теперь дала, и это цепляет Чинарман, но у него появился бэбэк, благо, да, он может выкупиться обратно, Бенган падает, минус 3, глиф выбили, там прыгал Форс, выдал Дум, в кого-то он уже, и, в общем, Форс у нас минус выкупается, у них баи появляются, ничего себе, они с бэбэками, смотри, происходит. Медузе бы, сырочек положить бы или сырочек вы использовали? Сырочек вы использовали, да. Да-да-да, и задепались маузы, задепались, да. Так, здесь врыв. Пинтгрип, Рор залетает, ульнит, больно, очень. И Клингсда стирает на части, до свидания, сэр, там. Пытается Форс Манси, пока что уходит Форс, прячется в кустике, Форс, Шоквейв и... Форс здесь останется. БКБшка и... да. Форс минус. Ну, наконец-таки они сдаются. Наконец-то они сдались. ГГВП. Пейт и первую карту забирают. Ну, вот первая есть. Посмотрим, что будет на второй. Но опять же, да, у них вот явно прослеживается стиль, который был и вчера, и сегодня. Он тоже есть, да? Чик здесь смотрелся логичным решением. И против людей, да, неплохо. И по темпу он достаточно рано начинает с командой играть. Кстати говоря, я не помню, был ли Гира в бане. Вот, но сейчас посмотрю. Вот, но... Гиролет на Гире тоже был бы хорош. Но, опять же, Свен это просто дополнительный еще импауэр. Не, Гира был в бане, называется. Тут... Копье, это копье, друзья. Копье, опа, а вот она, эта парочка. Мы тут смотрим, да, за копьем наблюдаем. Вот она, эта парочка сработала. Да-да-да, там и болты, там и вот и фростбайты. Ну, в общем-то, вот все, и ФБ, маузы первая. Сильно разогнать с всеми смертями. Привет, Вовчик, все хорошо, у тебя как? Здравствуй, здесь Рифт. Нападает на Энича. Энигма больно. Энигма в таверну. Телекинезики. Дэндимон на хосте свою ту самую реализовывает сейчас. Ну и вот оно первое убийство команды Бейт. Ну и Бейты. Малифайс полетел. Выход. Есть Бим. Замечательно. Телекинезик и Ульник отправляются в таверну. До свидания. Так, здесь что? Найтмерчик полетел. Тейм поймали, а скивердек получилось, но есть шоквейв, слушай, нужно убить ее. Да, больно, так она на харасе. Во перед смертью, Дэнди, больно, у Дэнди есть РП, но опять же будет трудно очень дать. И Мэри ее бы шестой бы получить тоже, вот ему очень хочется шестой. Лазеров, они в Венерах прорыли матч, пали в лазера и вылетели сразу, поэтому пока речь не идет. А вот так вот в одного, ничего страшного, под идолончиком и забирают, но... Но интересно будет, что дальше. Там выходит раз, два, три. Три героя приходят сюда. А четыре спины. Финсгрип от Мэрию. Такой странный, но он работает. И все равно и не получается спасти. Но что самое неприятное, это еще и минус Финсгрипа. Там когда это не маленькое. Понимаешь? И вчера, да, намного интереснее. У них есть душа, идея в пике. Вот так вот. Подальше, там что это такое? Стуманен своровал Новый год, выдал также. Ой-ой-ой-ой, какой хороший контур инициации Блэхова, друзья, не то. И ты представляешь? Ну он там еле-еле, да, догорает, но все равно. Идея была бы хорошая, если были бы больше стоимости. Блэк Холл, а там трапа шардовая, но есть РПшка под Эклипсик, тоже неплохо. Дэнди далековато увозит опять Суприма. Энигма, скорее всего, догорит, пока не догорает, живет. Слушайте, телекинез, но падает там, пытается убить Суприм. Помоги кто-нибудь, пожалуйста. Луне, Луна находится под Новым годом. Ой-ой-ой. А Суприм-то еле-еле был бы сейчас, еле был сейчас он живой. Да, проходила какая-то информация, что Дэнди там, ну, бейты кого-то продавали. Начнем с этого. Но про это потом, потому что у нас увозят Ульнита. Миднайн Пульс постелили. Есть Коуба. Коуба. Да, на Дэндимоне. Дэнди больно. Масмолда его пинает, забирает. Там подставляется у нас Энни. Что-то как-то драка с дракой максимально провальная. От бейтов не получается ничего здесь. Да, Блэхол, это что такое? А это... Ну, это будет происходить, друзья. Это будет происходить периодически. Проблема в том, что сейчас репорта нету. У Энигмы хорошо. Но сможет ли он сейчас просто ночь? Шансы есть, барабаны. Там по кустам, ты будешь бежать сейчас. По кустам прятаться. Но... Блэфейс... И сейчас блин будет. Ай, все, нашли его. Хорош. Хорош маус, нашли у нас Энича. Кто на Кирилл и Бейтов, я не знаю, кто это. Какой-то... Какой-то у нас еще здесь один килл делается. Что-то вот это грустненько. Ну вот. Итак, залетает. Скьювер увезли. Бенган, больно.
И до свидания, Бенган. В итоге БКБшка. Но пока что только один эклипс нажимается, и не покажет момента. Она с БКБ. Она ждет момента форс, чтобы убить. Е-е-е-е, вот сейчас Блэк Хоуп, двух героев, в том числе и в Суприма. Но Суприма больше никто, друзья, не бил, кроме Энигмы, потому что она еле живая спасается, пытается спастись, не получается. И там иллюзии ЦК 2 в 2, 3 в 2, даже более-менее получается как-то там подраться у них, но все равно. Кто это? Это команда Эхмат, далеко, которая в РПЛ играет. Ты подожди, какой Эхмат? ФНЛ. ФНЛ, лучшая лига в мире, здесь, БКБ, Эклипс, полетел, раз, два, больно Луне, Луна, до свидания, больно в ноге у нее еще, и Супримчик запрыгивает, Мэрию, вот, Мэрию, и до свидания, Мэрию, да, минус два, Ахмат и Интуляпну, пацаны, меня этот, или Газмяс тоже, да, нормально, здорово, Ванес, так, Дэнди, Шива нажимается, Дэнди, до свидания, минус Дэнди. Тут будет ли БХ? БХ никого не будет, просто Энигмы у нас не будет. Но похоже, все, приехали здесь. Бейты наши, сторона сыпется. И опять же, да, Маузы, команда, которая у нас обеспечивала себе проход, все равно борется. Там отдавали киллы постоянно, и это, видишь, в итоге постепенно наращивалось. И вот во что это выливает. Ну вот РПшка неплохая. Увозит, а Блэк Хоуп, друзья, вот сейчас можно нажать, наконец-таки. Ну вот что-то получаю, получилось, да, более-менее, но все равно там перефарм просто колоссальный, и трудно их пробить, просто их трудно убить уже элементарно, там же еще и была Игус у нас Суприма. В итоге это Black Hole RP, да, там много-много чего, финсгрип еще, но без эклипса, в размен на Аегис в темпларке и на смерть прямо без 100, нажить прямо без 100 получается, вот, а там друг героев вы отдаете, так что падает, Маус забирает. Забирают пока что этот трон. Так, стуманы. РПшка полетела под фонтанчиком. Вези, не достал. А блэхольчик-то нету блэхольчика, друзья. Ну уж ничего не поделаешь. И вот так вот. Минус у нас Луна. Ну, наконец-таки, не пишут ГГ, хватит опять-то унижение. И мы, уважаемые зрители, с вами отправляемся на третью карту. Напомню, то, что если следующую третью карту у нас бейт проиграют, то тогда при этом условии команда бейт вылетает. Марс. Мне нравится в общем пик бейтов. Именно общая структура. Чен, Раста, Бестмастер, Миба быстрый герой очень, да. Там Дендимон будет бафать еще там героев увозить. Потому что много об этой игре сильно слышал. Я даже смотрел, как у меня друзья в нее играли. А здесь таки забирают у нас Мипа. И здесь уже не до игрушек, слушайте. Ну они прям давят линию эту. Они прям давят этого Мипа, посмотрите. Браво, Мауза. Там на Беста нападали, но без слышали про нее уж точно. И Властелин колец, который тоже стратежка. Здесь у нас Форс пытается уйти. Пока что вроде как выживает здесь. Мипарь пытается поймать. Марию падает, но Мипа нужно пуфнуться. И Мипа тут что-то немножко залагал, но в общем спасается. Форс выживает. А там приходит разорчик, опана. Так, это опасно очень для Мипа, нажимается на него горелка. Слушай, Маузы прям играют серьезно, они не собираются сдаваться, с плазмой минус Мипа будет. Браво, 3-0. Браво, бейты. И еще одного бейты, Маузы, конечно, лучше бы говорил, конечно, бейты, но происходит не так. Ну, сам прекрасное настроение, с удовольствием катал. Властелин колец, генералы и потом тут Total War я научился попозже играть. Здесь у нас нападают на Ульнита. Ульнит больно очень Бестмастеру. Топоры и Бист догорает, друзья. И Стоманен вард работает, достанет, Бенган делает даблкил, и чё-то как-то сложно. Наверное, Рим, но она слишком, мне кажется, имбовая. Я вот сейчас за баг тур играл, хотя она очень похожа на Рим. Здесь Шоквейв, Скьювер забирают у нас топоры и Нармана. До свидания. Ой, 2-0, чё я ляпнул? 2-0 будет уже. Но вот, если собирается Мауз реально выигрывать, то они, значит, не поддавались бейтам. То есть бейт их так серьезно на первой карте возили, забирает Дэнзи. Сия появляется у нас у Суприма. Этого Сия. РПшечка. И еще прыгнул Акс сюда. Куда Акс залетел? У нас Кивер, ты представляешь? Но все равно очень больно бить. И размен один в один. Хотя Суприм, ну там Дезвард работает. И прямо в Бестмастера. Мипа также красный. Вот тут неплохая вроде бы драка. Но сейчас играет роль в том числе
перефарм... Пробовали за компьютером сидеть, когда у вас сломана рука. Так, здесь нападают на Нармана, Весел. Нарман... Ну, Дэнди он не убивает, подставляется. Бестмастер. Все очень неприятно здесь для бейтов. Надо вот... Да шоу и Рора. Рора нету, видите? Престоба... А, это опасно. Это опасно. Разворачивается спиной, начинает наспреивать над своим аганимом. До свидания. До свидания. Здорово, Костоправ. Хорошо. А вот у бейтов это все очень печально. И тут портик поймали. А, плазма. И стоманен откидывается хексом. Там Мэрию падает. Стоманен выкапывает манго перед тем, как умереть с лопаткой своей. И отправляется в таверну. Минус 3, 16, 4 будет. Нави Джуниор, Лига Тим, те команды, которым интересно посмотреть, к минимуму, да. Плюс Сакура, ну а Сакура, ладно, немногим она интересна. Здесь накидает треков у нас Баунти Хантер. Сложил матрешку, у нас Мипарь, но там огромный просто перефарм. И урон соответствующий идет. Мы, вот знаете, вчера играли в кольцо ночью в 33. Ну, бросали в кольца. Сейчас, секундочку, тут пуфики остановили. Пуфик-то ему. Один остановили, приходит поддержка, приходит Бестмастер. Собирают на нематрешку. А, и пока живут. Пока что живут, друзья. Суприм у нас. РП, Дэнди. Ладно, зря мы их хоронили, по всей видимости. Увозит, называется Hands of God. И минус 3. И минус 3. И Бристалбека на шекл посадили. Дэнди, нужно просто всему идти. И все. Кто сможет всему идти. Вот такой вот хекс. Стоманен. До свидания. Да, конечно, здесь умрет. Но все равно, ладно. Зря похоронили. Гоним он по всем, да? Ну вот он тут. Вайс берет он Совар. Здесь забирает у нас Бестмастера. Есть Тагер еще и ловит Ростевича. Ну, тут даже все по трекам еще делают, да, что неприятно. Сюда. Да, все дело, друзья, по трекам. И там тоже... Ой-ой-ой, бейты. А что такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Есть сетка, есть агар, есть маледик, подтягивается под крепа, нажимается у нас трек, залетает, РПшка пошла, есть кювер, увезли, подальше Бристалбека, Бристалбек, полстоба отвалилась, бластол он не успевает, успевает, ну все, он его нажал, все рассыпятся сейчас, он его нажимает и все рассыпаются моментально, потому что все тесно вокруг него, а там спрей жесткий работает, и это минус 5 тут команды Маус, ой-ой-ой-ой-ой. Здесь сторона пока что падает у нас. И сторона сыпется. Итак, врыв пошел. До свидания, Бенган. Минус Бенган. Ну, хотят что ли драться? Ну давай, говорят. Шива залетает. Бристалбек нажимает свой аганим и начинает нас прыгать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп, кушать. Нужно заканчивать игру здесь. Поймали кого? Форса. Форс. Там тоже Бластоун есть. Он тоже может ластериться, но не так сильно, как Бристалбек, не так эффективно. А, да, но Бристалбек еще может эффективно наваливать по героям. И продолжают наваливать. Да, жаль, конечно, этих добряков на бейтах. Дэндимон пытается уйти. Скивер пока что спасается. У него есть телепорт. Блинк 2, 1. Но там агар. Горелочка его РПЕ. Нажимается. И Дэнди в таверну Супримова здесь. Отсупримил сейчас. Ну, бейты подрастроили. Чат был прав, там кто-то нас писал про то, что Бристалбек и Акс будет очень легко, да, справляться с Мипарем. Но вот пока он прав на 100%. Да и, в принципе, вся команда классно играет. У команды Маус, да, в общем, падает Бестмастер. Мипа здесь, друзья, находится в фокусе. Сделать ничего невозможно. Нажимается агар и минус вторая сторона. Бейт под базу уходит. GG. К сожалению, друзья, как бы не болели вы, мы бы здесь все за бейтов, за Дэнди, но бейты вылетают с турнира и не проходят в плей-офф. Заслуженно ли? Да, заслуженно. Здесь абсолютно все по факту, их просто разгромили Маузы.